И полочки прикрутили наконец-то. Вот, ребят, смотрите, какая у нас теперь комната. Пришла последняя наша посылочка. Самое главное не это, а это большие шарики. О, супер будет, классно. В этот раз почему-то захотелось баттер сделать. Привет, девочки, привет, ребята. Давно что-то мы влог не снимали, девчонки со школы пришли. А что-то замороженное сели сразу. Вообще-то нужно кушать сначала. А, как дела в школе? Нормально. Нормально? Чего интересного? Ничего. Ничего интересного? А, да. Mm. Мы да? У тебя сегодня плавание? Хорошо. Видишь, как хорошо. Ребят, почему у нас так долго не было? У нас сейчас идет такой небольшой ремонт полным ходом. Потихонечку все красим. Решили двери покрасить. Мы уже давно их хотели покрасить, и вот только сейчас, потому что они были какие-то уже, не знаю, такие, что ж, прям не отмываются, только покрасить нужно. Мы их мыли, мыли, отмывали, не отмываются. И мы сделали ремонт нашей спальни с папой. В общем, заменили там мебель почти всю, убрали офис. Офис у нас теперь у бабушки наверху. Да, вы почти... Все, да, все убрали, все полки, в общем, компьютер, стол, все убрали к бабуле наверх, там у папы офис будет, так что теперь у нас там комната, а не офис, а то мы спали с папой не в комнате, а в офисе. Да, и там наверху у нас все для слаймов, хранятся все ингредиенты, коробки, в общем. Опять батарейка села, как не начну записывать, так батарейка садится. Сегодня девочки видео будут снимать. С Ристоком. Забыли? Да. Потому что слайм мы уже сделали. И сегодня уже девчонки будут делать слаймы. Так что сегодня много работы у вас после школы. Да? Это еще не покрашено. Вон она вся у нас уже покоцанная. Что ты делаешь? Зубы делаешь? Это надо зубки сверлить. Давай, тебе будем сверлить зубки. Это нет. Да нет. А, мы еще подстилочки такие вот девчонкам купили на кровать. Как подушка. Вот это вот. Я сначала не увидела, потом уже пошли второй раз в магазин. Смотрю, такие подстилки, оказывается, есть. Взяли. И полочки прикрутили наконец-то. И спрашивай. Буковки исправь. Неправильно написала. Сюда. Believe in yourself. Believe in yourself. Я тоже хочу загрузить моликами. Да? Маргарита чуть-чуть мой нравится, что у меня больше такого розового и такой детская кровать. Вот мусор туда, только не надо складывать мусор туда. Начинается потом туда закидывание. Еще осталось повесить шатер Маргарите. Вот он у нас уже готов, только нужно крючок купить, оказывается. Тут крючка не было, я думала, он есть. Да. Здесь просто колечко, а крючка-то нет. Мам, на что цеплять-то? Вчера был мотылек, папа его убил. Мотылек? Да, потому что вот это. Это моль. Угу. Съест твой шатер моль. Они это кушают, да. Угу. Потом дырочки будут. Да. Так что ты следи, чтобы не скушал никто твой шатер. Сейчас же у нас моль стала летать. Откуда-то взялась моль? Так долго ждала купальник. Ты долго ждала в бассейн, чтобы на плавание пойти. Не забудь взять шампунь. У тебя расческа своя есть? Но она не больно ей расческа. Все, ты пошла? А где Ксюша? Ксюша! Она ушла, что ли, уже? Нет. Ксюнь! Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? В телефоне сидишь? Вот, ребят, смотрите, какая у нас теперь комната. Кстати, картину... Лео, каким увером по коколе квадро? Надо немножко картину подвинуть посерединке. Ты думала, что я не знаю. Да. Кровать мы покрасили. Кровать у нас та же осталась. Мы просто ее покрасили. Она теперь белоснежная. Стены побелили. Так, картина у нас здесь осталась. Так, ну там папин компьютер. Он притащил его на время.
Здесь тумбочка, не грызи ногти, Макс. Здесь тумбочку новую поставили. Вот. Это еще папины здесь вещи. То, что он красит, сейчас у нас еще продолжает. Так что, и, кстати, у нас шкаф другой, да, теперь. Мы тот убрали, выбросили, потому что он уже полностью там разваливались, двери, полочки. Ну, в общем, уже старенький, больше 5 лет ему. Лет 6-7, наверное. Поэтому взяли другой. Стулья мы эти тоже уберем наверх к бабушке. Здесь мне нужно вещи перебрать еще. Старые, те, которые выкинуть. И которые еще оставить. Что, мой золотой? Не знаю я это. Пароль я не знаю. Так что вот так вот, ребятки. Здесь у нас лампочки такие же, как у Ксюши с Маргаритой в комнате. Мне они очень понравились. Решила себе тоже такие поставить. Вот. Все. Что ты хочешь? Это не мой телефон, я пароль не знаю. Так что вот теперь у нас хоть на комнату похоже немножко. Теперь хоть спать будем в комнате, а не в офисе папином. Мне эта картина очень понравилась, балерина. Я ее как увидела и сказала, все, будет она у меня висеть в комнате. Там еще была, еще картина была с пуантами. Еще нужно зеркало купить, зеркало повесить, потому что без зеркала как-то не так. Так что еще нужно зеркало купить. Куда-нибудь сюда, думаю, повесить. Ой, осторожно, чуть не упал. Ковер тоже взяли. Такой мягенький. Ты у Ксюши спроси. Осторожно, папа красит, Макс. Макси, не прикасайся. Лео, дахаски паса. Теперь все беленькое будет у нас. Пока! Пока! Еще останется окно покрасить. Но... Пока, девчонки. Я мандаринчики возьму в школу, потому что у меня пауза же. Хорошо. Точно, только мандаринчики, больше ничего? Нет. Не холодно? Нет. Нет, в платьишке ходишь. Прохладненько, солнышко светит, а на улице прохладно. Наконец-то, ребят, пришла последняя наша посылочка. Наша последняя. Здесь я вижу Фом Чанкси. Да. И пенопластовые шарики тоже должны быть. А вон они внизу, там шарики пенопластовые. Это Фом Чанкси. А вот там шарики. Да, вот они, осторожно, чтобы они, самое главное, не это, а это большие шарики. Это крупные. А это, а вот это вот поменьше. Такие. Ух ты, большие какие. Большие тоже. Это маленькие. В общем, все так замечательно. Все готово. Такие желтенькие, классные. Тогда сегодня уже будем спокойно делать слаймы. Мы уже переживали, что не успеет дойти коробка. Много тут разных пакетиков. Розовенькие, зелененькие. Такого нежного цвета. Большие. Как дела, Марго, в школе? Нормально. Нормально все? В общем, ребятки, мы сейчас сидим и разрабатываем наши слаймы. В общем, идеи для слаймов, да? Так. Один мы уже нарисовали. Вот такой. В общем, будет он розового цвета. Баттер слайм. Здесь будут пенопластовые шарики. Именно бирюзового цвета. Вот такой бирюзовый цвет и желтый. Мне кажется, он очень хорошо сочетается с розовым, да? Розовый, бирюзовый, желтый шарики. Вот. Так, еще плюс написала, плюс шармик еще будет какой-нибудь по цвету, да? Может быть единорог, а может быть какая-нибудь конфетка.
Ну-ка, дай-ка. Вкусная? Сукар! Сукар! Ребят, Макси говорит... Сукар! А сукар — это сахар на испанском? Да, сахар. Ну, то есть знаю, что многим, наверное, покажется другое слово. Да. Он говорит асукар. Это сахар. Асукар, да? Асахар? Да, сахар. Я люблю на эти. Ты любишь, да? Очень красивый цвет. Это. Так, в общем, один слайм у нас готов. Сейчас будем... Так, следующий. Следующий у нас будет голубой, да? Нет. Да, голубенький сделан. Скарлит. Такой вот не сильно яркий. Закрашиваем голубым. Ну, я так не буду прям стараться, чтобы ровно. В общем, понятно, что было. Так, голубой. Голубым. С голубым у нас какие подойдут? У нас посыпка еще есть. Давай посыпочку сюда тоже сделаем. У нас посыпка там есть. Какого цвета у нас посыпка? Разноцветная? Нет, посыпку мы унесли бабули. Какой цвет сочетается с каким? Голубой с каким цветом хорошо? Желтый. Опять желтый? У нас уже розовый. Каролина! Макс, ты уселся вообще не туда. Мне неудобно. Это, я знаю. Это у нас тоже будет баттерслайм. Есть? А, да. Так, это у нас баттер. Мне неудобно писать, тут Макс сидит на мне. А у нас есть микро-белые. Баттерслайм. Да, есть микро-белые. Так, в общем, это у нас будет баттер. Потом мы сюда что сейчас добавим с чернилом? Макс, ты мне прям это, сверху сидишь, мне так неудобно. Так, у нас будут розовые пенопластовые шарики, да? Вот так вот. Большие и маленькие у нас есть. Давайте разные размеров добавим. Такие вот большие. Прям вот такие. Они у нас как раз разного размера. И еще белые, да, добавим? Анахо. Так, белый. А как мы делаем разные размеры? Что размеры? У нас же только есть такие маленькие. Только маленькие белые будут. Такие вот. Нет, эти розовые. Розовые? Там же есть размеры разные. Ты что? Да? Ну да. Там ты в коробке... заказала большие и маленькие? Там я заказала три размера. Маленькие, средние и большие. Не видела, что ли? В коробку загляни. Они у нас совсем маленькие-маленькие. Прям микро-микро. Так, нет, это фиолетовые. Вот такие вот розовые должны быть маленькие, поищи. Эти такие. А голубой вот этот красиво, да, будет, может, тоже фиолетовый добавить большие? Ребят, я как буду. Вы думаете? Давай тогда вот такие вот добавим розовые, фиолетовые побольше и совсем микро-белые. У меня в собаке. Круто получится. Да, у нас есть такая игрушечка, собачка. Антистресс. И в ней такие вот микро-пенопластовые шарики. И, в общем, эта собачка, она уже вся такая растрепанная. Да, но это вот большие. Но это яркие. Смотри, вот это совсем бледненькие, это яркие. И эта собачка у нас совсем уже такая растрепанная, вся грязная. В общем, мы ее решили на слайм, в общем. Это микро-микро. Я, кстати, пересыпала в большую чашку. Половина собаки раздербанила. Так, фиолетовый, да, еще? Фиолетовый у нас более такие побольше, да? Во, супер будет, классно. Круть, круть. Посмотрим, может, там еще посыпочка какая-то. Я не помню уже, какая у нас посыпка, какого цвета. Самое главное, чтобы сочетания были хорошие. Вот, все. Такой вот у нас будет голубой баттер слайм. А это что за слайм? Это который ты делала в последнем челлендже? Да, дротик в карту. Мы смешаем. Круто. Он такой сухой тут. Смотрите, корочка. Я тоже хочу. А, он такой внизу мягкий. Круто. Они так все поднялись кверху. Еще можно немножко... Ой, он липкий, его нужно загустить, да, или нет? Не думаю, что... Мне кажется, липковатый. Ой! Да.
он растаял. Классно. Тогда, да ладно. Ой, волос убирай быстрее. Лучше руки смачивать. Все, пойдемте. У нас уже готово. Мы уже отделили слаймы. Тут уже пузырики надуваются. Башня такая из коробок. А почему здесь вот столько? Потому что это последний кусочек. Да. Это который что здесь осталось? Здесь больше, да. Это на другой слайм. Что а эти у нас все будут... Это что? Это баттер. Пошли мы работать. Смотри, время засекаем. Пол без 27. Когда мы закончим? Не знаю. Все, наш папа ушел к бабушке с детками. Это большая работа, мам. Готовы? Надо обрабатывать стол. Обязательно обработаем сейчас, обязательно. Все, ребятки, мы закончили. Неужели? 9 часов, 9:30 даже. 9:30. Чикатито. Вот у нас какие слаймики получились. Зелененькие, желтые. Зеленый прям вообще на камере видно, такой яркий, аж ядовито-зеленый. Розовенький. Фиолетовый. Там уже шарики поднимаются. Фиолетовый с такими. Это все баттеры, а вот этот вот нет. Это да, оригинал. Это кранчи. А зачем сюда наклеили наклейку? Не знаю. И это тоже баттер. Не знаю, но в этот раз почему-то захотелось баттер сделать много. В следующий раз какой будем делать? Снежный, да? Снежный сделаем. Орехи. Еще желе. Желе слайм. Флаффи слайм. Ну попробуем, может, флаффи сделать. Желтенький, голубенький. Все цвета, в общем, кому какой нравится. Желтый, синий, розовый, зеленый, фиолетовый. Надо куда-то убрать, чтобы Макс с Каролиной туда не лазили. Все. Давай, укрывайся. Я из твоей лакана. Макс, ставь ноги. У тебя уже батарейка села. Спит. Как-то один, как она это спала один раз, включила все свои фонарики, включила вот это облачко, включила подушку, вон ту лапку розовую, да? Или голубую розовую. Включила, в общем, свои фонарики и надела маску. Все, до завтра. Всем пока, ребятки. Сегодня очень устали. Поэтому всем спасибо.